Здравствуйте, с вами канал NameDB. Последний месяц весны для стрельцов окажется очень насыщенным и плодотворным. Гороскоп на май 2021 года пророчит стрельцам высокую занятость в трудовой сфере, карьерный рост и укрепление материального положения. Благоприятными днями будут 5, 12, 19 и 26 мая. А с гороскопом для знака Стрелец на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. В конце весны легкомысленным стрельцам удастся проявить больше усердия и упорства в профессиональной сфере. Это реальный шанс достичь успеха в работе. Стрельцам не стоит игнорировать возможности подняться по карьерной лестнице и укрепить материальную базу. Май 2021 года идеально подходит для любых перемен, поэтому удача будет на вашей стороне, даже если вы решитесь сменить профессию. В конце весны работа должна приносить стрельцу истинное удовольствие. Тем более у вас есть шанс заниматься тем, что приносит вам не только деньги, но и моральное удовлетворение. Не бойтесь подходить к реализации задач творчески и с применением новых методов работы. Работа и карьера. Трудовой гороскоп для знака Стрелец на май 2021 года предрекает наличие возможностей для повышения эффективности труда. Не бойтесь проявлять инициативу и использовать новаторский подход в ведении дел. Это позволит повысить авторитет в глазах руководства и коллег. В последний месяц весны Стрельцу стоит сделать упор на работе в коллективе. Для этого нужно научиться взаимодействовать с людьми, работать с ними в одном темпе, не забывая о таких понятиях, как взаимовыручка и взаимопомощь. Не стоит волноваться о том, что ваши заслуги останутся незамеченными. Начальство непременно оценит ваши усилия по достоинству. Некоторым стрельцам в мае 2021 года предстоит столкнуться с решением вопросов юридического характера. Но не стоит нервничать. Никаких трудностей при оформлении необходимых бумаг не возникнет. Главное не бояться брать на себя ответственность, действовать уверенно и решительно. Финансы. Конец весны принесет стабильность в финансовую сферу стрельцов. Плодотворный труд и расположение начальства будут способствовать увеличению доходов. Не исключены поощрительные премии или повышения. Денежный гороскоп для знака Стрелец на май 2021 года пророчит увеличение прибыли и укрепление финансового положения. В этом месяце проблемы с деньгами вам не грозят. Однако это вовсе не означает, что можно разбрасываться ими налево и направо. Стрельцам важно правильно распоряжаться имеющимися финансами. Постарайтесь открыть сберегательный счет и откладывать деньги на черный день. А придерживаясь принципов разумной экономии, вы сможете обеспечить себе нормальное существование в период серьезных денежных проблем. Семья, любовь и отношения. Май 2021 года особенно благоприятен для семейных представителей знака Стрелец. Наконец им удастся рассмотреть все лучшее, что есть в партнерах, и оценить все это по достоинству. Это шанс укрепить отношения между супругами, возможность вернуть в них страсть и романтику. Стрельцы станут более отзывчивыми и открытыми, начнут считаться с мнением избранников и перестанут думать только о себе. Романтический тур на двоих подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений. Любовный гороскоп для знака Стрелец на май 2021 года предрекает гармонию и счастье не только супругам, но и тем, кто только недавно обрел свою любовь. Это подходящее время для того, чтобы сделать предложение своей второй половинке. Брак, заключенный в этом месяце, обещает быть гармоничным и счастливым. Для одиноких стрельцов май 2021 года может начаться с бурных, но кратковременных отношений. Не стоит отказываться от новых знакомств и флирта. Не исключено, что в один из майских дней вы познакомитесь с человеком, предначертанным вам судьбой. Здоровье. Конец весны будет связан с очень высокой занятостью в трудовой сфере и отсутствием нормального полноценного отдыха.
Гороскоп на май 2021 года пророчит сильное переутомление и вероятность обострения заболеваний хронического характера. В этом месяце стрельцам важно найти время для заботы о состоянии здоровья. Астрологи настаивают на том, что работа, ухудшающая самочувствие, не принесет счастья и успеха. Важно правильно распределять время и не пытаться переплюнуть самих себя ценой собственного здоровья. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!